25 апреля Центральная городская библиотека собрала лучших чтецов и любителей литературы Верхнеуральского района на 17-й традиционный конкурс «Литературный круг». В этом году он был посвящен 285-летию Верхнеуральска. В умении выразительно, эмоционально и артистично прочитать стихотворения и прозаические произведения соревновались 27 чтецов в возрасте от 14 лет. Любимая, меня вы не любили. Не знали вы, что сон и щелеском я был, как лошадь, загнанная в мыле, пришпоренная смелым ездоком. Не знали вы, что я в сплошном дыму, в развороченной буре быть, и с тобой мучаюсь, что не пойму, куда несет на срок событий. Лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии. Каждый участник выбрал близкое ему по духу произведение. Со сцены городского дома культуры звучали стихи известных поэтов Константина Симонова, Аси Горской, Марины Цветаевой, Людмилы Татьяничевой, Сергея Есенина, а также стихи самобытных авторов Верхнеуральского района Владимира Смирнова, Екатерины Кокориной, Романа Лисаченко, Ирины Воротовой. А депутат районного собрания от межозерного городского поселения Федор Дятловский вне конкурса прочитал стихотворение собственного сочинения, посвященное Берлинскому вокзалу. Кто еще сейчас не знает, на Перекопской дом стоит, чем людей он привлекает, чем сегодня знаменит. Двор жидями огорожен, дощатый высился навес, пункт призыва расположен в этом доме прямо здесь. Имена победителей в номинациях вы видите на своих экранах. Победители конкурса были награждены грамотами и памятными подарками. Специальными призами от Верхнеуральской центральной городской библиотеки районной газеты «Красный Уралец», отдела культуры и молодежной политики награждены Ульяна Кожевникова, Виктория Хилова, Регина Хайерварова. Приятным дополнением стали выступления верхнеуральских артистов. Центральная городская библиотека имени Петра Кудряшова поздравляет победителей и благодарит всех участников и их наставников. Мой древний край, богатая история, смешалось все, эпохи и века. И всякий раз в молитвенном повторе я прошу Бога. Многие лета для края камня, стали и оружия, и для людей, прославивших Урал, от северных морей до Оренбуржья, что поясом святой России стал. Ты вкус дал хлеба моему и воду в моих степях вживую обратил. Ты мой народ для радости народа с народами другими породнил. Не русский я, но россиянин. Зваться так навсегда душа моя гордись. Десятку жизней может поравняться моей судьбы единственная жизнь.